Да, друзья, прошли те времена, когда каналы пытались поддеть друг друга, делая злобные бессмысленные пародии. Настало время доброй дружеской шутки. Доброй дружеской шутки. Вот, кстати, Иван, а вы знаете о том, что Александр, между прочим, тоже мог быть в числе пародируемых? Одну секунду. Александр когда-то вел шоу «Алчность» на канале НТВ. Было. Ну, там еще планировалось потом «Гордыня». Назовем тогда. Это его цикл «Смертные грехи». Ну да, грехи, естественно. Более того, никто этого не знает в зале, но ведь и в жизни Ивана несколько лет назад была такая возможность стать НТВшником. Да. Мы очень жалеем, Иван, что это не случилось. Нам не хватает вашей карающей лиры. Да ладно, брат, денег вам не хватает. Друзья, нам хватает. На самом деле, все гораздо проще. Александр был у вас в программе НТВшники. Да. Причина обиды ясна. Да. Я хочу понять вот что. Александр ушел одним человеком, вернулся другим. Что там произошло? Мы не могли его узнать. Что он произошло? Не спал первое Николай, время. Николай, как на духу. Просыпался Александр, среди ночи. Вы же тоже были на том эфире. Да, был. Я даже помню, что вы очень долго не выходили, а потом плюнули и пошли. Как позвали, ну, как так обычно, и пошел. Через плечо. Через плечо люди плюют и выходят. И он рисовал вокруг себя мелом вот так. Ну, вот что касается НТВшников, похожи ли эмоции царят на съемках? То, что я видел, это, ну, мне кажется, даже телевизионные камеры не могут передать тот накал, который в студии. Иван, я хочу вам сказать, что вот ваша попытка шантажировать нас этой пародией, вымогая с канала НТВ за непоказ этой пародии 3,5 тысячи рублей, провалил. Вот, мелко плаваешь, карась, хочется сказать. Николай смягчил, там другая цифра. Ну да, была. Еще две гречки. Ну ладно, об этом можно говорить долго. Какие налево, еще ядовитые программы готовим? Какие что? Объединил себя с вами, Александр. Ядовитые, ну... Александр, готовим, вы знаете... Да. Неужели смак? Не? Смак? Да. Александр. Получите, Иван. Ничего себе. Вдруг. Пилюлину. То есть вы хотите сказать, что мы ядовитые вещи в смаке готовим? Этот ваш... Это я, стрихнин? Человек, который уже 10 минут сдерживаю себя, чтобы не сказать, что ваши прогнозы врут. Это вы мне так? Это вы мне так? Несите стулья, будет драка. Ох, друзья, пока не превратилось это все в программу НТВшки, друзья, у нас в гостях сегодня были. Александр, представляйте гостей. Николай Картузия, руководитель прайм-тайма канала НТВ, и Александр Беляев, ведущий прогноза погоды и ведущий программы НТВ. Спасибо огромное, спасибо. Что пришли. Спасибо, спасибо, до встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо, аплодисменты.